Ребята, пока. А мне надо это. Написать, наверное, бумагу. Что у нас сегодня за число? Сегодня у нас 24 августа. 11.02. Мы едем в Сивол. Последний раз посетить Сивол. Перед отлетом в Хорватию. Вот, надеюсь, очередей не будет. Дети уже американские должны были начать учебный год. Люди вернутся к работе после отпусков. Так что будем смотреть. А видео я уже буду обрабатывать попозже, когда у меня будет время и будешь смотреть на YouTube. Подъезжаем к Сиволу. Кому пишешь? Кажется, друзья. Ты запомнил, где мы припарковались? Да, хорошо. А то машину не найдем. Wrong way, стоп. Да, чтоб сюда не ехать. Погода отличная, над морем, как всегда, дымка, Лохоя в тумане. Костя уедет, буду скучать за ним, уже скучаю. Пойду на работу, на рыбалку пойду и буду ждать следующей встречи. Мэрс классный. Хотел. Ну, следующий твой приезд поедет. Мы спланируем, куда нам надо. Тут толпа на вход. Да, нам для этого лучше в первый ряд отправиться. Телефон улетит, возможно. Но ничего, он стоит всего лишь $1000. Копейки. Копейки, да. Не так уж и много, да. Ничего страшного. А, ну давай, да, согласен. Это же отличная идея, правда.
Пока я буду кататься на горке, мы можем сыграть. Жук зеленый. На американских горках, кстати, сори. Камера. Я, блин. Ты меня не видел, да? Вот. Это мы уже к горке идем, сори. Видишь? Она не работает. А мы к ней идем. Мы жаждем вместе. Шип-рек не работает, манта работает. Ну ладно, шип-рек рэпис не работает, но зато манта работает. Там наверняка народа немного, я потому что пусто. Я тебе сейчас покажу. Саша, смотри, куда ты, никуда, его глазики разбираются. А там аквариум сейчас будет. Да, и когда ты идешь становиться в очередь, тут есть аквариум. Там скаты плавают. Вот уже начинается очередь. Вообще очередь может и отсюда начинаться. Вот тут вот очередь. Очереди нету! Очереди нету! Мы в первый ряд, Кость. Я тебе говорил, что тут очереди нет. А, it's already close. Yeah, we would go. А чё так? Не попадаешь в камеру? Мне стрёмно. Что если телефон выпадет? Ура, ура. Ура! Нет, не ура. Не ура, вообще нифига не ура. Этот ряд что-то не открылся. Правый. Левый открылся, правый. Ого, какая толпа пришла. Прибежали. Надеюсь, они сейчас уедут. А можешь мой телефон взять? Саша, будьте. Это видео посвящается. Я потом его сниму. Немного поправлю. Да. Все. Я, конечно, не могу себе снять Сашу, но Саша. Если камеру будет держать, то она у меня выходит. Колеса? У нас колеса, братан. Чё?
сейчас побегу, а ты просто ко мне потом. Welcome back, riders. Once the lap bars come up, please exit on your right-hand side. Как трясется. Там очереди все равно небольшие. Да не-не-не, я побегу. Давай. Хорошо. Круто. Какой-то из тех рядов. Там, потому что там никого нет. Потом идем туда пойдем. Там никого нет. Это мы вышли и сразу сели? О, вот это круто! Итак, теперь масса другого вида. Я думаю, на телефоне вполне можно снимать, если у тебя крепкие руки. Ну, вообще-то да, можно. Только нельзя. Можно, но только если выпадет, то всем будет стать. Не, нельзя, потому что потом не пустят на райд. Да нет, это у тебя камера приклеплена, они просто не хотят, чтобы приклеплены. Right, я думаю, что ты какой-то профессионал, у тебя профессиональные приборы, и ты снимаешь типа дофига раз. Remain facing forward with hands, arms and feet inside the right at all the time. А что я вообще ногу вот так буду выставлять? А, они там паркуют. Вот эти фильмы. Раз. Давай. 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 Последний самый крутой. Это будет третий раз подряд. Мы тут, да, по пять раз походим. Пока очередь не придет. Короче, это уже, наверное, 10-й наш раз. Потому что никого нет. Никого нету, нам очень повезло. Крупно повезло. Либо оно остановится вот тут. И потом мы пойдем. Нет, либо нам дадут зайти вот тут, когда они тут пролетают. Потом либо мы пойдем. Дойдут зайти вон на там. Electric Hill. Сейчас я посмотрю. Итак, сейчас. И сейчас. Все. Абракадабра. Мы заходим. Шарфа на себе.
Закрывайся. Ладно, я закрылась. Это было круто. Вау, круто. Очень круто. Первый ряд. Первый ряд просто вообще. Первый ряд. Первый ряд. Снова первый ряд. Третий раз первый ряд. Вообще круто нам. Повезло. Куда идет этот бог? Он вернулся, это тетка вернулась. С которой мы катались как-то в прошлый раз. Проходи. Я тебя поснимаю. Надо им дать пройти, Костя. А, ну да, давай. Куда они пойдут? Куда они пойдут? Ну, на первый раз. А мы? Когда? На первый опять? Сегодня, походу, очередей не будет. Да, вот так. Нет, будут, сейчас к обеду придут, проснутся и приползут. Да, круто. Да, руки. Да, канат подорожный. Да, не только у тебя. У тебя причесочка как была. У меня ежик образовался. О, видишь, колеса еще. Да. Нормально, все, мы уходим, здесь уже полно народа, нам надо уходить. Да, мы катались очень много. Давай там на фотку. Да, мы успели, нам действительно повезло, очень повезло нам перекататься. Раз, не знаю, 12, наверное, мы катались. Костя хочет еще по 12 раз на всех перекататься. Я не знаю, где мы. А, вот ты. Ты видел? Ты такое лицо сделал. Мне вообще все равно, но ты такое лицо сделал, что вообще. Да. Нормально ты дал. Я бы сфоткал и ушел. Оп. Так, а выход? А, выход отсюда, вода. Ну, жалко, что, конечно, до воды не подтрагивалось. Если бы воду, типа, тронуло. Вода просто обоссанная после дождя. Желтая, да, вода. У девочки вентилятор какой стрит. А, ну, мои сайдские райды, это долго. Сейчас колода придет, которая со школы возвращается. Они пойдут на манту уже. Ты видел, сколько их на манте? А мы вот так выйдем прям на Bayside Ride. Прокатимся разик и потом пойдем на Electric Hill и Emperor. Жалко, не можем пойти на шип прокрепить. Я бы остыл. Ты любишь эту горку, да? Ну, это не прям горка, но...
Мы, наверное, там могли выйти. Ну да, зачем мы обходили? Нам надо было туда, направо идти. А так мы круг зря обошли. А зато мы можем обратно? Можем. О, вот такую акулу он поймал, помнишь, на пляже тогда? Это какая-то манто. А ну, трогай. Погоди, сейчас. Сейчас они поцелуются. Прикольно. О, развернулся. Ты ему понравился. Все, идем. Бургер. Он такой огромный еще. Пришел еще. Ой, это что на нас волнует? Он вылететь хотел. Хочет летать. Видно. Они, наверное, думают, что эти люди делают. Они меня гладят. Они думают, что я бог. На этих мант, как они будут? Круто. Как этот кусок жемчужины? Как? Я ничего не понял, он же просто стоял. Да, непонятно. Как это произошло? Надо учить физику. Не, ну это понятно, но может оно... Может, вагончик имеет такие, как пропасти или что-то настроенное под вот это? И оно, типа, когда ровно едет вагонет, это замедляет, на эту штуку. Там можно, наверное, ловить раков. Кип? Держаться. О, сори, мы можем посмотреть на вот эту фигню. Даже... О, а тут проходят эти какие-то выступления китов. Вот, вот ржом, да. Ходили, да? Без смысла нам с вами ходили. Вы сейчас держитесь. Чайка ржет. Чё ты ржала? Кстати, куда она залезла? Погоди. А, ничего себе. Залезла на фонарь и ржёт. Мне нужна музычка. Без тебя не могу. Или чё? Вылезла, мы все видим. Это другая. Ладно, она, это другая, блядь. А там же и сидит. Кстати, да. К ней пришел еще кто-то. А вон электрики работают. Мы все ловим. Отсюда, кстати, не так далеко. До воды. Что, там яхта газует? Да. Вторая. Ну не так далеко. Я ее заснял. А вон куда он едет уже? Куда едет этот дом? Смотри. Типа, самое лучшее фото по совету. Смотри, тут даже можно жить. Да, круто здесь посидеть. Тенечки. Это, наверное, для этих. Вип? Ох! Вау! Вау! В шторм попали. Я видит. Yeah. Thank
Thank you. Thank you, you too. Exit. Для чего это штука? Не знаю. Типа, чтобы вход был более крутым. Что-то они умеют готовить на обмен. Ну все, куда? Давай, на кидал твистер. Я бы, кстати, нашел бы еще раз на кидал твистер. Да. Мы, наверное, вот так можем идти. А ты куда хочешь? На манту? А, так вот так. А, ну вот так тоже можно. Как ни иди, мы по-любому на электрокил придем. Хотелось бы, конечно, чтобы Tidal Twister прямо к моему приходу открыли. Да. Почему-то. Воды опять нету. Да, с водой. Что, у них вода вытекает каждый раз? Да. Эта штука прилетела. А что она тут делает? Рыбу ждет. А вот этот вылез хочет стрелять. Интересно, на электрике у руки можно ли оставить? Или тебя сплющит сразу, что ты ничего не сможешь? Наверное, сплющит тебя сразу. Ладно, это было предсказуемо. Дельфины вон там. Король. 100-килограммовый король дельфинов. Самый, так сказать. Самый весистый дельфинчик. Держаться можно за перекладину, за ступеньку, не ложиться. Пока что у тебя получается все хорошо. Пока что? Да. Погоди! Используй середину перекладины. First fail. It's okay. Любую можешь использовать. Что сейчас? Любую используй, залазь. Дальше. Еще раз? Ну да, три раза у тебя. А реально? Только ты ноги ставь, знаешь, на середину ступеньки, потому что ты когда по краям ставишь, у тебя баланс теряется. А, Костя, на противоположно. Если левая нога, правая рука. Правая нога, левая рука. Вторая попытка. Это Андрею. Это выбивает. Третья попытка. Все, пошли. Thank you. О, круто. Bullet. Nice, thank you. Я же почти дошел. Да ты что? Ты не был почти. Ты был где-то там максимум на середине. Я вообще не знаю, это невозможно сделать, поэтому они тут так. Папа, ты бы вообще ничего не сделал. Я бы тоже не дополз, я даже не пытался бы этого. Это хорошо, кто владеет балансом, тренируется на канате. Баланс сильный. Кто в цирке выступает, он придет и победит здесь. Ноль минут, ноль, побежали! Это музыка про стрельбу.
свой телефон ты сдашь? Нет. Че? Ну, нас там... туда никуда не денется. Мы же там будем головой вниз. Он никуда не денется. Головой вниз. Это вот так вот вниз будет. Thrill seekers, when entering the right vehicle, carefully step over the yellow bar. Вот это можно только. Что это? Вот. Вот это можно положить. When possible, feet should be flat on the floor. Once properly seated, buckle your comfort collar and pull on the green strap, ensuring it's secure. Platform clear. Goodbye. Я слышал, ты хочешь на Атлантис или пойдем еще на Electric Hill покатаемся пару раз? Давай на Атлантис сходим. Electric Hill hurt my back. Yeah. Давай. Еще Electric Hill. Carefully step over the yellow bar and lift the comfort collar. When seated, lower your lap bar, ensuring it's snug against your body, with your legs between the U-bar and feet. Wow! Вот это перегрузки! Кто-то шашлычок жарит. Я бы хотел шашлычок. Это было круто, очень-очень круто вообще. Это такие так... перегрузки, не знаю, как, наверное, в военном самолете. Как же ты полетаешь жестко вверх? Да? Вообще как бомба. Как жестко вверх, ну просто. Класс. Давай я побегу на Атлантис, стану в обычной очереди, а не на синем. Вот отсюда надо. Пошли вместе, же уже такой нетерпеливый. Ну давай, что хочешь. Пошли вместе. Главное, чтобы его не выключили, но скажут, никого нету, выключаем. Ha ha ha!
Чайка, чайка, чайка. Чайка пить побежала. А что я снять сюда попал? Пустая? И следующая пустая. Да, людей нет. Им нужно запустить, чтобы прошли люди, вышли. Да. У них же система обычно настроена на то, что у них куча людей будут дофига. Они поплыли. Особенно вот это человек. Да, они тяжелые, они перевесили. А вдруг они сейчас реально скажут, ну на эмпирор. Идем на эмпирор, будем кататься там вообще. Пошли. На первом, втором. Давай три раза на первом, три раза на втором, три раза на третьем. Давай вообще побыстрее бежим на эмпирор. У меня карманы полные телефонов, кошельков, ключей. Я могу вообще промокнуть. Готов? Да. И я. Ну, уже не такие пустые. Уже китайцы посекли. Пора идти на эмпирон. Хорошо. Держи крепко слона. Я видел Arctic Rescue, она полностью полная. Там нет пустых мест. Давай второй ряд, потом третий ряд. А? Можно на каждом сиденье вот так. Тюк-тюк-тюк.
Давай, hold on. Давай. Enjoy your ride. Welcome back. Please lift up. Please exit to your left. Make sure you go check out Manta. На Менте никого, зовут на Менту. Давай ее бросим. Что? Мы еще раз спросим. Ну, надо вокруг идти. Устал. Повезло, никого нету вообще, и мы просто с Костей проходим без очереди. Куда не пойдем, везде без очереди. Чем-то Universal напоминает, как мы шли тогда. Опча. Hold on your lap for your comfort. Thank you. Большая очередь. Ну да. На улице, конечно, никого не будет. Опа.
А как это? Да. Чё, нифига не открыл? Не знаю. Он говорит, что откроет. А чё? Hold on, wait. Crack it again. Всё, садись. Ну ладно. Я перебью. Катался, я что-то не хочу. А? А? Не прижми. Хочешь? Прижми, прижми. Готов? По сути, я бы мог снять, но я просто не хочу. Все, как ты заказывал. Вон наши фоточки. Один. Вот. Где мы? Вот мы. На. Но... О, что это? А, вот мы, смотри. Что? Где? Да, 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 да. Это типа выбралась самая крутая или что? Так. Вот, вот туда нам будет. Похлопали мне, типа я такой, ха-ха-ха, уезжаю. Ладно, всем все равно. Может, твистер проверяет, тестирует его там, нет? Как будто бы у нас VIP-пас. Такое чувство. Welcome back, Ryan. When seated, lower your lap bar, ensuring it's snug against your body, with your legs between the U-bar and feet under the shin pad. Bring strap, ensuring it's secure. For those waiting to ride, hold on to the lap bar and remain facing forward, with your back against the seatback and head against the headrest. Back the seatback with your back against the seat and head against the headrest. And get ready to ride the electric gear. А если без прикола разобью камеру? Тут реально ланч первый. Очень жестко. Саша, короче, чекай. Саша, сейчас жестко будет. Вообще. Not you, bye-bye. Я сейчас тебя как наказываю. Ой, ладно. Your day here at SeaWorld. Make sure to go check out Arctic Rescue. Привет.
ты здесь? Я тоже весь мокрый. Я тоже, я еду на горке с ним. Значит, он сел так, что мне нужно было через него перелететь. То есть, ну, чисто его так обойти. Да. Короче, сел на последнем сиденье, а впереди меня. Ага. Типа, я могу пройти и сесть. Да. Или сразу. Я через него перепрыгнул, сел. Оказывается, в четвертом ряду тебя просто полностью мочит. Либо из-за того, что он, ну, немного увесистый такой. Ага. Или что-то. Ну, короче, просто нас так облило. Я смотрю на него, у него с башки течет тонны, просто тонны воды. Да. Смотрю на себя, у меня вся футболка мокрая. Жопа, наверное, да, тоже. Вот так вот. Вся, я просто... Давай.